Здравствуйте, дорогие друзья! Я всех вас приветствую в программе «Хлеб на каждый день». Питаясь от Божьего стола, мы укрепляемся, питаем наш дух, питаем нашу душу, чтобы она была целостной и была в состоянии переносить те немощи, которые наваливаются на нас сегодня с разных сторон. И если дал Бог нам родиться в этом периоде времени и в этой части истории, то Он точно знает, как Он нас готовил к тому, что мы сейчас проходим. И если мы были с Ним на связи и были открыты для Его работы, то, конечно, наш дух укреплялся, и душа, она преображалась. И сейчас нам очень важно оставаться в позиции делателей на Его ниве, потому что нива созрела. И она созревает еще быстрее тогда, когда различного рода обстоятельства приходят на человечество. И вот тогда, когда эти обстоятельства, они просто обрушились на людей, то так много тех, которые под обломками находятся, где личности, души разрушены. И так легко увлечь таких людей ненавистью, увлечь таких людей обвинениями. Но Господь желает, чтобы мы встали на позицию не вражеских инструментов и путей, а на позицию божественной мудрости, которую цари правят, когда они обращаются к ней за советом. И поэтому важно, чтобы и наша жизнь, она была под советом небес, всегда в этом внимании и под этим покровом. И если мы говорим о Давиде, которым был царем и правил своей землей, своей страной, но были периоды, когда он не являлся таковым, был пастушком, был в пренебрежении у своих братьев, а потом был под гонениями царя Саула, а потом был под последствиями того, что делал Саул в своей жизни, потому что голод пришел на его землю, когда он уже был царем. И много ситуаций, обстоятельств, которые проходил Давид, это как пророческая жизнь, как пророческая карта его жизни. Потому что те псалмы, которые он писал, это была его одна из частей призвания его жизни, чтобы он оставил этот добрый след всем, кто будет когда-то прикасаться к Божьему Слову. И мы с вами в этом числе. Значит, для нас осталась часть жизни Давида, написанная в этих стихах. И он открыт для Божьей сейчас работы и участия в его сердце. Поэтому то, что мы сейчас читаем, это 19 стих. Нет, 18. «Презри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои». Когда скорби сердца умножаются, когда беды приходят, то здесь он говорит «презри на страдания мои». То есть не может человек просто получить какую-то порцию скорби и не страдать. Это неестественно, потому что мы с вами не железные, не деревянные. У нас есть эмоции, которые важно проживать. И эти эмоции, они могли быть уже ранены с детства, либо в какие-то другие периоды. И так важно, чтобы они приходили в целостность и могли укрепляться даже в трудностях. И надо сказать, что именно в трудностях они-то и могут по-настоящему созревать. И по-настоящему проверяется крепость нашей личности именно тогда, когда много натиска мы переживаем в своей жизни. И потому, когда здесь говорит Давид, «презри на страдания мои», то есть «посмотри на меня, что я сейчас прохожу, и на изнеможение мое». Но есть очень важная добавка здесь, «прости все грехи мои». Очень часто люди, которые не задумываются о законе сеяния и жатвы, о последствиях, которые в жизнь нашу могут приходить, они обязательно приходят. У каждого в разном сезоне, но они приходят. И поэтому, когда данные моменты начинают наступать на жизнь человека, тут возникает много вопросов. Господь, а что происходит? Но я хочу сказать, чтобы мы сейчас не искали виноватых в любых обстоятельствах, а задали Богу вопрос, как Давид, находясь в трудностях, он сказал, все мои грехи прости. Не надо сейчас говорить о брате, о свате, о других людях, о своем сердце и о своих грехах. Вот это то, что очень важно сегодня делать, потому что время еще не закончилось для покаяния и для благости Божьей. И поэтому использовать его сейчас очень важно. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что Давид и в этом для нас является примером, чтобы мы не искали виноватых, а сказали, Господи, прости все грехи мои. Прости неверные отношения, прости скоропалительность языка, прости неверность вывода, прости, Господи, все то, что является не моей позицией правды, а когда берешь в уста Твой суд, прости за это, Господи, потому что есть судья праведный, у которого все взвешено и все аргументы у Тебя собраны. И поэтому я прошу не только за себя, за народ Твой, прости, Господь, за все, что в Твоих глазах является неверным, нечистым, скверным, либо отвратительным для Тебя. Избавь нас от этого и от последствий. И я благодарю Тебя, что молитва к Тебе
возносится, а ты отвечаешь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч, до свидания.